Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение игры Dishonored 2. И да, я не убил Пала. Черт, я думал, это он. Я выстрелил в кого-то и... не убил Пала. Это был не он. Либо это был он, но... готово. Стоять. Тихо. Привет, тварь. Опа, это та крыса. Пауло мертв, тихо. Так, стоп. А, этот труп надо принести. Стоп, здесь был амулет. Странно. Так, эту книгу мы уже читали. Да, труп Пауло надо принести. Что? Это рука. Так, что это такое сейчас было? Тихо. Так, мы походу... опасный блок. Так, блок клинка в ближнем бою. Нет, это не то. Так, давайте оденем вот эти вот руны. А вот эту вот... нет, эту мы разберем. Руну эту мы разберем, пожалуй. На кости. Так, история. Что-то произошло жестко. Паулу была засушенная рука? Слышите вот этот крик? Такое чувство, что сейчас на меня сбегутся все ведьмы. Все ведьмы в округе. Так. Подбираем эту обезьяну и валим отсюда. Нам вот эту руну забрать. Амулет. Так. А мы можем наверх куда-нибудь подняться? Тихо. Стоп, можем. Подбираем эту обезьяну. Так, что здесь-то у них находится? Эй, был какой-то звук. Ё-моё. Что? Не уйдёшь! Нет! Готов! Блин. Куча пчел, но то, что нам надо, тут нету. Да сдохните его, хватит его жрать, он и так дохлый. Так, надо подлечиться. Тут есть еще подъем наверх. Еще выше, но зачем? Тут же... ни черта нету. Так, ладно. Я хочу амулет достать. Так, надо как-то достать амулет. Тихо. Записка. Так, что это за... G? Стоп, мы что-то нашли. А, это сведения. Ой, блин, это куча заданий. Так, войти в особняк. В особняк войти. Стоп. Да ё-моё, сядь ты обратно. Надо где-то ключ найти. Стоп, чей ключ требуется? Требуется ключ Дюрана. Так, интересно, надо найти Дюрана. Там амулет. Так, 7. Где еще у нас амулеты? Так. Этот мы отменим сейчас. Стоп. Где у нас еще амулеты? Так, там 2. Там 1 и... о, да. Так, залазь сюда, толстячок. Так, здесь у нас нет патронов, зато патроны здесь есть. Это кто? Гвардеец привязанный. Так, я амулет забрал. И там был привязанный гвардеец. Так, Костя. Привет, чувак. А, ты труп уже. Чувак-то уже сдох. Жаль. Так, а то его, смотрю, пытали. Тут весело ребятам было. Так, это все фигня. Так, это опять какая-то книжка. Вот в книгах, в этих, ничего полезного нету. Не знаю, лучше что-нибудь полезное реально пораскладывали. Так, валим отсюда.
А... Что? Так, ладно. Стоп, а с трупом мы сможем дойти до этого? Как его? Ну... До Пауля или кого-то там надо, дойти надо. Просто мы как бы с трупом. Тихо. Тихо. Это буря, что ли? Да, это буря. Все, никому не трогать мою... Так, стоп, давайте посмотрим на задание. Что у нас по заданиям? А это что? Сведения. Нет, задание. А, найти Дюрана, доставить одного из лидеров к другому. Понятно. Интересно, а меня сразу пропустят или завалят по дороге? Так, я вообще не знаю, куда я иду. О, ворота. Так. Вон двое. Да. Стоп, скинем пока что здесь труп и сделаем ту хитрость, которую я хотел сделать. Вот эту. У меня нет стрел. Так, его надо усыпить. А? Тихо, спать. Спать, спать. Так, поваляйся пока здесь, а мы пока что поскладываем твоих коллег кучками. Опа, денежки. 30 монет даже. Ладно, пойдемте заберем этого гнилое. Это гнилое создание, эту крысу с рукой, которая на меня напала в предыдущей серии. Но это вообще жесть, конечно, да? Руки нападают. Кстати, 7. Опа. А здесь амулет. Да давай уж, залазь. Так. Мы, по идее, по-тихому идем, да? На картонах, я бы даже сказал. Опа. Тихо, он нам что-нибудь сделает? Привет. Ну вот и все. Паулу погиб, стенателям конец. Привет. А, вы меня не тронете. Мертвый еретик. Прекрасная Никогда новость. К этому не привыкну. Ха-ха! Форпост, смотритель, у них псина даже есть. Клево, с трупом Пауля можно спокойно идти. Хотите поговорить? Аббатство совершает добрые дела. Нет, лишь нет. Прислужникам чужого следует помолиться. Клево. Побрякушка, пустяк. А глаз было не оторвать. За что мне такие искушения? Так, рядом руна. Привет. О, потрошки. Стоп, тихо. Подбираем, подбираем срочно. Нам нельзя его отпускать, иначе нас заметят, скажем так. Ну и завалят. А? Что? А? А куда нам идти? Так, нам, наверное, на второй этаж. Там кто-то есть? Да, это я. Привет. Я не заметил, что кто-то лезет. Так быстро. Стенатели трусы, брат мой. Однако их было шестеро. От Верховного Смотрителя. Привет. Пауло. Это Пауло? Неожиданный. Привет, чувак. Вы представляете, сколь благое дело вы сотворили? Само собой. Я замыслил немало перемен в Карнаке. Те психопаты покруче я будут Я знаю вас. И о вас, и о ваших амбициях, Берн. Для меня все это было лишь средством достигнуть цели. Но помнит ли аббатство своих друзей? Да-да-да. Превосходно. Так же, как и врагов. Так что вам нужно? Так. Я хочу попасть в дом Арамиса Стилтона. О. Какое странное желание. С домом Стилтона происходит что-то ужасное, и это сильно меня беспокоит. Я должна выяснить, что там произошло. Помогите мне, и не пожалеете. Само собой, я тебе мужика убил. Герцог лишил нас привилегий в Карнаке. И теперь мы сражаемся с Пауло просто за то, чтобы остаться в городе. Вы остановили его черное сердце, и я выполню вашу просьбу. Ха.
Я слушаю. Один стенатель под пыткой рассказал, что они умеют открывать замок на доме Арамиса Стилтона. Клёво. Возможно, тайну знают только Паула и его приспешники. А я думаю, вы найдете искомое, поняв, почему герцог приказал Джиндашу опечатать дом Стилтона. Ну что ж, похоже, впервые мой визит в аббатство оказался полезным. Я запомню, что вы помогли мне, Берн. Так, это типа кода? И я тоже, убийца. Так, стоп, подожди. Уберите отсюда нашего друга. Ну, грех не... Надеюсь, вы найдете, что ищете. Воспользоваться этим, да? Привет. Так. Дом Стилтона проклят. Берегитесь. Я берегусь, берегусь. Так. Это все хорошо, но мне нужен этот... так, это карта. Те, кто отверг запреты, ждет только безумие и смерть. Так, стоп. Запомните это. Потрошки. Хи-хи. Так, а я хотел его дома облутать. Так, это что? Хе-хе, клёво. Так, я хочу... Чё ты экаешь? Блин, что мне следовало сказать. Их надо переубивать тут всех. Но вот нам небо руну добыть. Так, ладно, вылазим отсюда. Давайте посмотрим, что у них тут есть. Может, у них реально что-то хорошее тут. Так, газета. Всякий хлам. Ну, в принципе, у меня было два варианта. Либо штурмовать это... Офигеть, какое укрепленное здание. Привет. Можно пройти? Спасибо. Так, кто это хэкнул мне тут? Кто тут мне хэкнул? Так, тут у них все равно ни черта нету. Вот тебя бы я могу убить, в принципе. Но зачем? Так, тихо. Закроем дверку. Привет, дядька. Но тебе пора умирать. Превратись в пчелок и не мешай мне. Так, если я тут убью пару человек, я думаю, они не сильно разочаруются, да? Ну какая разница? Соткой больше, соткой меньше. Так, граната. И здесь денежки. А чё, гранат полный? У нас дофига гранат впервые. Так, впервые такая радость. Так, два шкафа и оба пусты. Так, здесь какая-то книжка. Но она нам не нужна. Нам нужны только деньги. Деньги и ценные ресурсы. Так, этот этаж мы почти... Кто тут мне эйкнул-то, а? Кого давно нож в горле не был? Кто там? Это кто орёт-то? А, ты? Привет, дядька. А с тобой что? А почему я тебя убить не могу? Так, деньги, патроны нам не нужны. Интересно, они заметят, что... Я тут немножко почистил территорию. О, здесь перечислены имена верных сынов аббатства, пропавших в войне против еретика Паула в битве за сердце и души этой земли. Хм, дофига народу полегло. Привет, дядь, ты как тут? Умер? Жаль. Так, трупные осы почему-то появились. Они обычно появляются, если только меня заметили. Так, но эти мне вообще сейчас не враги, да? То есть я могу их обворовывать. И они мне ни черта не сделают. Так, 7. Я хочу посмотреть. Так, 95 метров. И здесь вон еще 165 метров, 32 метра. И здесь вот еще руна 22 метра. Кстати... Руна, 22 метра всего лишь, 25 метров. Давайте за ней сходим. Так. Ой-ой-ой, здесь где-то очень близко, рядом руна. Так, спускаемся аккуратненько. Давайте не будем бегать по ступенькам в этой тайной штаб-квартире. Тихо. Обокрасть и прикончить. Вот наш девиз. Да, наш девиз — это обокрасть и прикончить. И смотрите, у них можно даже пистолеты воровать. Так, мы ключ взяли. Опа. Так, руна.
Да откройся ты. Золото и взломщик. Взломщик нам не нужен. Так, кость. Слушайте, хорошо. А, жаль, картину взять не можем. Так. Буря началась опять. Но пока тут буря ходит, да, можно их хорошенько так подопустошить. Да, 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 да. Тут, ты тут один вообще? Нет? Ну ладно. Так, есть тут что-нибудь? Нет, кроме твоего меча тут ни черта нет. Так, есть двое. Все, никого нет. Да, я знаю, меня заметили, но шум никто не поднял. И это прелестно. Так, еще лекарства. Да ладно, мне лекарства опять не нужны. Так, ладно, давайте шкафчики посмотрим. Опа, монетки. Монетки — это хорошо. Мана. Ну да, мана нам нужна. Мы же там потратили, пока прыгали. Патроны нам не нужны. И в последнем шкафу... Так, стоп. Груша и ничего. Кто это свистит? Чувак, не свисти, ты меня пугаешь. Стоп, давайте посмотрим. У нас же еще руны где-то есть. Да, вот, 35 метров. 35 метров, 98, 78. Так, 4 руны осталось. И она где-то вот наверху. Так, давайте я пока продолжу обыск и убийство этих уж... А, стоп. Так. Умри. Так, самое прелестное из всего этого... Так, отрывок из чего-то там. Это нам все не надо. Самое прелестное из всего этого, что я могу их убивать. И никто, никто мне ничего не сделает. До тех пор, пока меня само собой не спалят. Так, вот здесь они пытали этого парня. Таним он душу, тело, труп. Да, они из него дурь выбивали, чтобы узнать пароль от этого. Пароль от двери. Во, точно. Я бы его сам узнал, но я этих переубивал всех. Так, теперь мне надо наверх забраться. Так, у нее есть тут еще что-нибудь? Я думаю, когда мы выйдем на улицу, все, нас уже начнут... А? Ух, ё-моё. Шинки, привет. Так, нам надо как-то наверх подняться. Стоп. Пойдемте наверх поднимемся. Там кто-то есть? Да это я. Или что, они меня все, что ли, теперь не это, не боятся, а пальцем не тронут? Это хорошо, можно творить вакханали. Так, стоп. А, это показывают, как сюда попасть можно было. Но это нам не надо. Так, опа. Ну-ка. Ну, использовать. Ага, заперто. Интересно, интересно. Так, я так и руну не могу найти. Стоп, залазь ты. Все, побежали. Руна должна быть на этом этаже. Где-то... Нет, стоп, она должна быть этажом выше. Да. А, стоп, амулет находится в конце, в самом. Серьезно? Все, прям никто ничего не скажет? А... Я так близок к тому, чтобы изменить Карнаку. Считайте это экспериментом. Всего через пару ходов я смогу оказаться во дворце герцога и править всем Сирконосом. Не только факт. Не факт. А зато я знаю, что я сейчас с тобой сделаю. Так. Способность. Так, связать людей можно убить или оглушить нескольких. Знаете, что это? Это смерть, детка. Ага. Смотритель бин убит. А... Да-да-да-да-да. Вот так это делается. Значит, я пока могу только двоих... как-то... Стоп, ну, блин, стоп. Скинем труп. А что, тебя обворовать нельзя, что ли? А, я ж тебя уже обворовал, да, точно. Блин, слушайте, классная способность. Нет, реально классная. Можем спокойно просто гасить народ кучами, да? А
Вот сейчас мы сможем убить этого, сторожевую псину и собаку. Так, что здесь-то? Здесь пусто? Ладно, все, давайте валим отсюда на задание, на основное. Так, кстати, что у нас по основным заданиям? Найдите Дюрана. Похоже, стенатели именно Дюрана знают, как открывшего замок Джиндаша. Но есть еще... Так, но есть... Но сейчас его схватили смотритель. Обыщите их форт. А, форпост, чтобы узнать больше. А, да, Джиндаш мертв. Ой, этот Дюран мертв. Это вот этот трупак как раз. Сведения. Так, нам надо замку Джиндаша. К замку Джиндаша, точнее. Так. Это что? Что ты делаешь? Ты дурак? Ты молишься или что? Так, тихо. Во-первых, буря началась, а во-вторых... тут все заперто. Причем изнутри. Так, а мы карту можем как-то посмотреть? Стоп, тут что, карты что ли нету? Так, у нас пока что одно умение, 5 костей, а дневники пока что нет. Так, что у нас по... Что у нас по предметам? 1600. 1600, это хорошо. Так. Что у нас по амулетам? Амулеты, амулеты, амулеты. Один 91 метр, другой 44. Давайте вот за этим пойдем. А? Б? Так. Мы, в принципе, можем, да, телепортироваться вот так. Здесь никого нету. А даже если есть, этот кто-то нам ничего не сделает. Амулеты. Так, это цветочек. Записка. Слушайте, что-то сейфов здесь на этой локации я пока не нахожу. Но вот это вот, кстати, крысы, которые вылазят и начинают меня жрать, это вот прям жесть. Да, их надо валить, а я думаю, а я их есть начинаю. Да, наш персонаж может жрать белых крыс и восстанавливать всем ману. Поэтому, когда мы видим белую крысу, ее срочно надо съесть. Что, потому что нашей мане сейчас тяжко. А вот восстановление здоровья нам... Да, восстановление здоровья тоже как-то можно, по типу съедания, только вот я не помню чего. Нет, здоровьем, точно, здоровье нам ничем не поможет, ничего съедать. Все, что мы сожрем, нам не поможет. Так, что это за подвал? Так, стоп, мы нашли амулет. Значит, у нас осталось всего два. 102 метра и вот этот. Это что тут такое? Какие-то пентаграммы. Какой-то стул. Что-то тут вкалывали. Походу, тут кого-то пытали. А, дневник чей-то. О, Джи, новые сведения. Так. Короче, здесь куча сведений, которые нам как бы должны чем-то помочь. Но, если честно, читать я их не горю желанием. Пока что. Если уж на крайняк... слушайте, классные картинки. Если уж на крайняк нам вот прям будет... Очень нужно узнать, что да как. Или я затуплю в каком-то моменте. То тогда да. Мы прочитаем эти книжки. Так, вот мы и вышли. О, белая крыса, белая крыса. Мана. Пополнили себе ману немножко. Так, там чей-то трупак. Да, мы его вроде завалили. Ну ладно. Как говорится, история об этом умалчивает. Так, а здесь ты чё? А, здесь ни черта нету, точно. Так, нам надо вон туда. А чтобы туда попасть, нам надо вот сюда спуститься. 34 метра. А серая крыса? Скажем, что она была белой, но грязной. А, это этот... стоп, это код от двери, который мы так и не нашли. Аббатство,
стенатели. Какая разница? Я и тихо, тихо убил. Я знаю, я и тихо, тихо убил. Нечего этому аббатству еще больше воли давать. Мы и так для них как бараны. Рада вас видеть. Это хорошо, что ты рада нас видеть, но... Так, ну вот как нам амулет тут забрать? Пройти по-тихому мимо бабки и забрать амулет. Вот где код от двери? Блин, мне бы код от двери надо найти срочно. Так. А, заглянуть в замочную скважину. Так, стоп, туда можно попасть с помощью этой улицы. Так, тихо. Горбатый хер чужого. Говорят, что-то не так. Мол, опасно стало. Так, туда можно попасть через улицу. Не плевать, что. Это сейчас что было? Это ловушка? Но вы-то меня не тронете, Абелла, да? Ты точно знаешь, что делаешь? Тактики меня учил брат Кардоза на полуострове. Такими офигеть трюками пользуются тамошние пиратские шайки. Как? А? Нет! А, мы попали под этот. Под раздачу. Да, вот под эту вот раздачу мы попали. Так, вон там еще двое. Давайте, кстати, сейчас мы используем магию. И убьем обоих. А? Кто там? Эй. Я там. Привет. Смотрите, как классно, а? Только нам нужно эту магию немножко вкачать. Там кто-то есть? Нет, тут никого нет. Умри. Так, а тут один. Да, он? Да, он тут один. Так, стоп, значит... Остался только вот этот амулет, который находится хрен знает где. Так, ну это все фигня. Нам надо попасть наверх. Наверх вот этого здания. Да сдохните вы тут, летают всякие твари. Ой-ой, что произошло? Нам, короче, как-то наверх надо попасть. Стоп. А выше можно? Так. Блин, надо как-то попасть наверх. Стоп. Да ё-моё, я ни черта не вижу. Так, стоп. Где-то здесь должно открываться окно. Я видел там открытое окно. Где-то здесь я видел открытое окно. Блин, это кто такие? Ладно, неважно. Так, как-то... А, стоп, подождите. Это что такое? Надо найти зубодера в Даноле. И поручить ему вырвать зубы у Далилы. А, это зубодер. А почему вы на меня нападаете? Значит, где-то здесь рядом... Ой-ой. Где-то здесь рядом улей. Да? Где-то здесь рядом улей. Ладно. Так. Смотрите, куча трупов. А, это... Стоп, а где мы оказались-то? Так, ну здесь мы точно не были, потому что денежки, я тут смотрю, лежат. Это кабинет стоматолога. Да, ужасные люди. Сверлят те зубы, потом их вырывают. Потом снова сверлят. Да, дикие ужасные люди. Так. Лекарство у нас... Нет, эта фигня так не прокатывает. Так, стоп. А это все, конечно, хорошо, да? Но вот нам надо как-то попасть за ту металлическую дверь. Я просто уверен на все процентов так 100, что если мы как-то попадем за ту дверь, то мы...
так, то мы сможем... Ага, понятно. Так, давайте по трубе аккуратненько пройдем, посмотрим. Черт. Так, короче, я все равно не смирюсь. Я знаю, что там есть амулет, только я вот не понимаю, как его найти. Так, амулет находится у этой бабы. Но если подняться здесь наверх, вот сюда, то можно найти дверь стальную, в которой есть замочная скважина, в которую видно открытое окно. Так, у меня либо у меня топографический кретинизм, и я не могу сделать элементарных вещей. Так, это окно с той стороны, то есть, да, по идее, это окно где-то с этой стороны. И оно открыто. Так, тихо. Это не то окно. Вот где-то с этой стороны, рядом с вот этим. А вот где, я не могу понять. И вот, черт. Да, печаль. Ладно, фиг с ним, пойдемте на задание. Не буду я уже это окно искать. Надоело мне это все. Так, да, я знаю, что здесь... Там надо код от двери найти, чтобы попасть к этой бабе, грохнуть ее, забрать у нее все. Так. Так, 59 метров. Пойдемте заберем амулет. Ё-моё, он здесь? А-а-а, стоп. Амулет находится за дверью. За железной дверью, в которую я не мог попасть. Это чё? Что-то я не помню этой комнаты. Газета. Столовка. Картины. Не, я не помню этой комнаты. Стоп, это улица. Так, а здесь что? Опять ничего. Так, кстати, может под лестницей что-нибудь есть? Да нет, нету. Так. Ну, здесь это... Да, я здесь был, я помню. Патроны нам, конечно, не нужны. Гаечные ключи нам тоже не нужны. Здесь вот это вот тоже стальная дверь. Так. Ага, вот и амулет. Супер. Но туда я тоже попасть не могу. Блин, вообще никуда попасть не могу. И самое ужасное, что нет никакого обходного пути по типу в окошко залезть. То есть стандартного. Ладно. Тогда пойдемте на задание. Потому что... Ну что, мы не можем ни туда, ни сюда попасть. Что нам еще делать? Так, а вот и дверь этого джиндаша, который ее сделал. Так. А что, простите? Кулон с птицей. Кулон с птицей. Так, дальше. Баронесса Финч. А, не знаю, что это. Так, здесь орден. А здесь... Мадам... А, нет, стоп, 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 стоп. Кулон с птицей. Портсигар. Вот так идет портсигар. Здесь орден. Бриллиант. А здесь перстень. Так. Дальше леди Уинслоу. Уинслоу. Так, дальше. Баронесса Финч. Финч. Дальше. Доктор Маркола. Вот он. Дальше. Мадам Нацу. Национ. И графиня Конти. Все. Че не так? Стоп.
Может, я напутал где-то? Кулон с птицей тире. Стоп. Кулон с птицей. Баронесса Финч. А, все, все, все. Это я не так сделал. Леди Уинслоу. Портсигар. Так, портсигар. Потом доктор Маркола. После Маркола идет... Так, стоп. Доктор Маркола. Бриллиант. Потом графиня Конти. Идет кулон с птицей. Потом идет баронесса Финч. Орден. Потом идет так, мадам Нацу. Где она тут? Все, и перстень. Все, дверь открыта. Они по порядку шли, а я думал, это... Сработало. Все было правильно. Ну да. А че они, кстати, сами внутрь-то не пошли? Отправиться в особняк Стилтона. Да. А да реально, а че они внутрь не пошли сами? Мы не нашли здесь два чертежа не нашли. Картины одну. Почти 1800 этих монет. Два амулета и все. Ну да, я знаю, я в курсе. Амулеты мы не нашли, потому что они заперты за дверьми, в которые мы попасть не можем. А одна в магазине находится. Ну да ладно. Че нам париться-то? И не такое проходили. Нам надо костей теперь побрать. Мы сейчас некоторые амулеты разберем. Время. И соберем странная кости. Штука. Так, давайте видео посмотрим. В детстве я так мечтала о будущем. О том, как я когда-нибудь буду править империей. А теперь я без конца вспоминаю детство. Мать на троне. Таинственную фигуру отца. Я помню крысиную чуму, убийство матери и все, что случилось в пабе «Пёсья яма». Странно. Я хочу одного — убить Далилу и вернуть отца. Этот дом хранит тайны Далилы. Она полностью пришла в себя после трагедии, захватила всю империю и меняет ее по своей прихоти. С герцогом Лукой Абели, которого она из жалкого дилетанта превратила в заговорщика. Она сделала себя бессмертной, и даже меч отца не смог оборвать ее жизнь. Ну, меч отца. Я узнаю, не как такой она крутой. Это делает. В следующий раз в ее сердце вонзится уже мой клинок. И тогда она умрет. Как все обычно. Семейные разборки. Племянница валит тетю. Все по старинке. Что-то опять не поделили. Так, 7. Это место. 3. Как будто высасывает 4. Мои силы. Так. Фиг с ним. Мы начнем уже. Давайте начнем этот особняк. Ух ты, картинки. Особняк Армиса Стилтона. Так, давайте мы начнем штурм и поиск всех ништячков этого особняка. Уже в следующей серии. А на этом пока что мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!